в рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения «Отдых в пути». За 7 месяцев этого года в Самаре с участием грузового транспорта зарегистрировано 46 ДТП, в которых 2 человека погибли, 52 получили ранения различной степени тяжести. На Московском шоссе провели профилактический рейд «Отдых в пути». Главная его цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий. Останавливали иногородние автобусы и большегрузы, проверяли работу тахографов. Этот прибор показывает, сколько водитель находится за рулем, а также измеряет километраж, фиксирует время и контролирует скоростной режим. Устройство помогает правоохранителям выявлять нарушения. У водителя штраф за нарушение режима труда и отдыха составляет от 1000 до 3000 рублей. А должностные лица, которые должны осуществлять контроль работы водителя, штраф от 7 до 10 тысяч рублей. При проведении рейда полицейские обращали внимание водителей на то, что по дорогам нельзя передвигаться без остановки на отдых. Он должен составлять 2-4 часа. А также рекомендовали избегать агрессивного стиля вождения. Я без 15:09 выезжаю из Шанталы. Ну, сюда приезжаю где-то без 15:12. 3 часа у меня. И по дороге, где останавливаемся, или по просьбе этих пассажиров. Там 14:30 выезжаю, почти 3 часа отдыхаю там. Павел Горбатов за рулем более 20 лет. Едет с Магнитогорска, везет продукты в Самару. Рассказывает, что как только устает, сразу останавливается и отдыхает. Спальник, кровать, разбираешь, ложишься, спишь. Шторки есть, чтобы закрыться, и никто, так скажем, не тревожил сон. Самое распространенное объяснение причины любого ДТП – не справился с управлением. За этим часто скрывается усталость водителя. В сонном состоянии снижается концентрация внимания, нередко из-за этого невозможно перестроиться, быстро сбросить скорость или избежать столкновения. На дорогах Самары для безопасности водителей создают все условия. В рамках реализации мероприятий, направленных на улучшение качества городской среды, создают островки безопасности, на пешеходных переходах устанавливают светофоры и другие элементы освещения, размещают искусственные неровности на проезжей части, вводят ограничение скорости движения транспорта. Инспекторы призвали автолюбителей делать перерыв в пути для отдыха, а также не подвергать опасности попутчиков.